У нас была проблема. У нас, как вы знаете, многие, есть ворота на пульте управления. Есть такой пульт. Ну, работает там на 433 Гц, мегагерца или герца, по-моему, герца. И как усилить сигнал? Потому что у нас где-то 120 метров от дома до ворот. Ну вот наш вход в дом, и там долго-долго дорога, примерно где-то 120 метров до ворот. Вон там, вон у нас какой красивый сейчас закат. И сейчас я покажу, как я решил эту проблему. Я там тоже, конечно же, порылся в интернете. Я, если честно, скептически относился к этому делу. Думал, ничего не получится, придется что-то там, не знаю, что делать. Если честно, я уже в Китае заказал на Wi-Fi. Wi-Fi как бы там тянет. Думал, через телефон все это дело делать. Через интернет. Но все равно это, думаю, подключу. Потому что у меня есть уже камера. У меня отсюда камера. Тоже через Wi-Fi. Wi-Fi из дома тянет сюда. Я могу смотреть с любой точки мира на ворота, ну, везде крутиться. И также я подключу там, наверное, тоже еще один отдельный модуль, чтобы я мог открывать ворота тоже через интернет. Но сейчас не об этом. Сейчас я покажу, что я сделал, какую антенну поставил, чтобы улучшить сигнал. Так, рыбки что-то не плавают. На улице 10-12 градусов. Прохладненько. Мы только приехали от лошадей. И вот я не мог никак успокоиться. И захотел все-таки сделать эту антенку. Реально не верил. Плюс еще я заметил, когда поворочишь вот так вот боком, она дальше тянет. Или так, но боком. Не так, а именно вот боком, как-то как будто там волны как-то так по-другому идут. Ну, антенка там, может, какие-то там спиралька или что там. Вот, это просто коаксиальный кабель. И просто накрутил такую сантиметров 50 или 40 примерно этой проволоки было. Я просто взял, там у меня был какой-то пластмассовый пинок такой, я на него накрутил. Все, и... А вот оригинальная коробочка и оригинальная антенка, которая тоже была типа спиралька. Там оголил, там тоже такой обычный медный провод. Просто подключился к нему и все. И красава! Теперь у нас будет счастье. Надо будет еще проверить, как далеко оттуда вытянет. И надо будет еще, кстати, вот этот светильник поставить на какой-то брусок такой, еще хотя бы метра полтора повыше, чтобы он сверху светил, а не сбоку, не слепил нам глаза. Да, вот как-то так. Ну вот, я сейчас нахожусь возле дверей. Поднимаю как бы наверх. И ворота. Поехали. Теперь опять нажимаем. Ворота остановились. Нажимаем. Так, еще раз нажимаем. Во, ворота поехали. Да, надо именно, ей нравится, когда именно вот так вот боком. Так уже не очень. Вот так ей лучше нравится. Интересно. Ну, теперь нас... Ну, теперь хоть отпала проблема. Не надо будет бегать почти до самих ворот, чтобы открывать. А то мы реально думали уже какая-то ерунда. Это надо там где-то, ну, метров максимум на 40 тянуло. А сейчас 120 метров. Красота. Как говорится, кто молодец? Я молодец. Я починил. Ну, Кевин, пошли домой. Ну что, Кевин, все, скажи. Кевин, скажи. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Все, всем пока.